Всем привет! Вы на канале Своими руками, и сегодня с вами мы научимся делать вот такие маленькие бантики. То есть этот бантик делается буквально за 2 минутки. Что нам сегодня нужно будет для работы? Нам нужна будет вилочка кухонная обычная. Ножницы, лента тоненькая, 6 миллиметров, и зажигалочка. Все, приступаем к работе. Берем нашу ленточку, ширина которой 6 миллиметров, нашу вилочку и начинаем работу. Значит, нашу ленточку проводим поверх первого зубчика, то есть под низом, под вторым. То есть проводим ленточку в шахматном порядке, оставляя хвостик. Теперь переворачиваем нашу ленту и проводим в противоположном порядке. Раз, два, три, четыре, пять. У нас должно получиться 5 рядов. Обрезаем нашу ленточку. Поправляем. Отрезаем еще один кусочек. Посерединке. Между зубчиками проводим нашу ленточку. И завязываем. На узелок. Теперь снимем наш бантик. Поправим. Вот такой бантик у нас получается. Теперь осталось обрезать хвостики ленточки нужной нам длины. Я обрезаю наискосок. Опаливаем кончики ленточки. Еще раз расправляем наши хвостики. Хвостики можно оставить подлиннее, покороче, как вам нравится. Вот такой бантик получается. Вот здесь покороче, здесь я оставила подлиннее. Очень быстро, очень легко делать наши бантики при помощи обычной вилочки. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, ставьте свои лайки. Всем пока!